есть. Жир... Ах ты ушел, а? Ах ты, прозевал. Прозевал. Эх, первый раз такое, ребята. Первый раз. Даже у такой приманки хвост. И тот откусили. Как я ищу рыбу? Вот, точка. Вот, точка. Это одна и та же рыба. Реймарин у меня вот на этом креплении, который идет прямо под, подо мной. Вот рыба. Видите, да? Слева, слева, справа. Но справа она более ярко выраженная. Соответственно, я смотрю сначала, в какую сторону ярче пятно. В какую сторону ярче, соответственно, с той стороны борта и стоит рыба. А потом я уже влево-вправо кручусь. Встаю над ней ровно, чтобы датчик был прямо над рыбой. Ну вот, правее чуть-чуть что-то показал покрупнее. Сейчас попробуем, две показывают. Вот одна пошла. Вторая тоже пошла. Одна резко вниз пошла. Обратно поднимается. Эти осторожничают. Одна стоит, думает. Еще кто-то по пути поднимается. Вообще, блин, да что ж такое-то, а? А, ребята, это щука была. Это щука была. Поэтому я ее и не увидел. Щука, зараза, она обычно со стороны подходит. Попытка номер... Какая, я уже не помню. Хорошо взяла. Ну, где-то киложка. Так, вот такой вот размер взял. Сразу взял. Ну, ребята, кто говорит, что я всю рыбу отпускаю, это не так. Рыбу я беру. Вот такой вот. Будьте осторожны. Вот еще атака. Давай. Ах ты! Подбил. Вот, что-то начало сдвигаться. Давай, давай, давай. Есть. Давай, 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 иди сюда. Ну, примерно такой же, как и тот. Тоже пойдешь на филешку. Блин! Ух, удар-то был от души. Нервы. Сколько нервов тратишь на этом деле? Кошмар.